В Степной столице продолжаются профилактические работы по борьбе с распространением коронавируса. Сотрудники управляющих компаний обрабатывают подъезды лисинских многоэтажек. Кроме того, специализированными растворами обрабатывают улицы, остановки, общественный транспорт и места общего пользования. Большая работа ведется и в борьбе с гололедицей. В связи с погодными условиями администрации города принято решение о переводе дорожных бригад в круглосуточный режим работы. Задействован весь автопарк спецтехники и бригады дворников, которые в ручном режиме обрабатывает тротуары. В городе все взято под контроль, потому что все смеси противогололедные имеются в наличии. Техника работает, проблем с ГСМом у нас нету. Также техника работает и в дневное, и в ночное время, потому что ночью у нас движение транспортом намного меньше. И тем самым удобнее просто проезжать в тех моментах, допустим, вот центральной улице города. И мы там делаем зачистку, санчистку ледяного покрытия. Также мы проводим ежедневный пролив анолитом в парках, скверах, где скапливается очень большое количество людей по прогулкам. Но согласно пандемии мы все моменты эти обрабатываем.